Добрый день, уважаемые талдыкурганцы. Касательно сегодняшнего резонанса видео в Instagram паблике талдыкурганец, хотел сказать пару слов. Да, это видео просмотрел. Сразу же связался с главным государственным санитарным врачом города Талдыкурган по данному вопросу, по данной проблеме. Он сказал, что будут приняты соответствующие административные меры взыскания в отношении руководства драмтеатра, то есть за нарушение режима карантина. Все будут привлечены к административной ответственности. Закон есть закон, постановления должны все соблюдать, то есть все будут привлечены к ответственности. Со своей стороны, конечно, мы примем все необходимые меры, виновные лица будут наказаны, привлечены к административной ответственности. Так он лукавый презлым заплатил за предобрейшее, сам захотел царствовать и всем владеть тем. Повинен смерти! Боже, какой типаж! Браво, браво!